Иркутской думе исполнилось 30 лет. Сначала их было 15, а теперь 35 человек трудится на благо города и отстаивает интересы его жителей. Первые выборы современной думы состоялись в 1994 году. Так первый созыв составил всего 15 народных избранников, которые работали на благо Иркутска. Они стали проводниками между горожанами и администрацией. Такой же принцип и у депутатов в наши дни. У всех одна цель – сделать жизнь иркутян комфортнее и лучше. Возобновлен депутатский фонд. Это дополнительные средства, которые выделяются из бюджета каждому округу областного центра. На что их потратить, решают жители совместно с депутатами. Каждый округ в 2024 году получил финансовую поддержку 15 миллионов рублей. Благодаря слаженной работе выросло и наполнение городского бюджета. Так, в 2019 году он составил 19 миллиардов рублей, а в 2024 – 40 миллиардов.